подтверждение. Так, Амелия, давай иди завтракать. Мам, я только проснулась. Правильно, проснулась. Теперь нужно покушать, позавтракать. Но я же играю. Котика сегодня день рождения. Я его собиралась поздравлять. Поздравляю, котик. Сначала позавтракаешь, а потом будешь дальше играть. Давай, иди кушай. А что на завтрак? Ну, на завтрак овсянка. Фи, я не люблю овсянку. И ты, котик, не любишь. Я люблю как раз. Так, Амелия, я ничего не знаю. Кушаешь овсянку и все. Вот я тебе ставлю на стол. Ладно, ладно, иду. Так, ты давай ешь, а я пойду кролика покормлю. Приду и проверю, чтобы все съела, поняла? Ой, не люблю эти всякие каши, овсянку, гречку, рис. Не буду это есть. Буду что-то повкуснее поищу вместо этой невкусной овсянки. Так, что у меня вкусненького есть? Ой, это уже вкусненько. Вместо невкусной овсянки, Орю. О, еще бабочки, ням-ням-ням. Еще бабочки, мои любимые. Сейчас буду пробовать. Бублики вкусные. Ну, а еще вот такие вот возьму. Они очень вкусные, с сахаром. Кажется, до завтрака хватит. Мои любимые бублички. Так, Амель, ну что, ты покушала? Ага. Так, сейчас посмотрим. Эй, а это что такое? Эй, а что не так? Я же ем. Эй, а что ты ешь? Я ведь тебе сказала овсянку есть. Мама, овсянка невкусная, не хочу есть. Я вот ем бублики. Но овсянка ведь полезная. А ты что ешь? Сладости всякие. Ну ничего страшного, зато кушаю, сыра добавляю. Ну нельзя ведь такое все есть. Да почему нельзя? Я маму таким все время 15, даже на ужин и завтраки. Вот это все на завтрак, обед и ужин. Да не смеши меня, ты не сможешь вот этим вот всем питаться целый день. Мам, спорим, объявляю диету сладкую. Ну-ну, давай поспорим, что ты и дня не продержишься без нормальной еды. Там пюрешка, курочка, супчики. Пюрешка, огурцы, а я буду есть такие баночки, всякий попкорн. Я съем. Вот сейчас буду целую порцию бабликов есть. Ну, хорошо. Тогда спор начинается. Мне кажется, что ты проиграешь. Я всегда это буду есть. Даже вечером. Ага, ага, посмотрим. Пойду как раз приготовлю вкусный новый борщик. Борщик? Ой, сама кушаю свой борщик. Мне что-то повкуснее. Как пахнет. Скоро борщик будет готов. Так, 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 теперь капусточка. А что это так вкусно пахнет? Мама, а что так пахнет безумно вкусно? Так это же мой борщик. Что, захотелось борщика? Нет, нет, я лучше возьму свои конфетки. Ну, смотри, а я буду борщик кушать. Борщик тоже вкусно, сахарной пудрой. Ну что, Амель, уже пообедала? Может, пойдем поиграем на улицу? Ну ладно, пойдем. Сейчас возьму свою любимую игрушку. Я пойду ужин готовить. Ладно, ладно. Только на меня не готовь.
Так, Амель, ужин готов. Будешь кушать? Что кушать? Я уже кушала. Так, Амель, я смотрю, ты так хорошо держишься. И утром кушала сладости, и в обед, и вот сейчас на ужин. Что, совсем-совсем не хочется обычной еды? Супчика, борщика, нет? Нет. Я тут кушаю, булечки съем. У меня на завтрак были бублики, а вот теперь палочки. А у меня на завтрак овсянка была. Ну, в обед я кушала палочки. А я в обед борщик варила, такой вкусный. Сейчас ужин, сейчас вот попкорн съем, сладкий, еще одну порцию возьму. А я вот курочку с пюре съела, так вкусно было. Не хочешь? Курочку, пюрешку. Эй, о чем ты там задумалась? Да, ничего. А когда спать? Ну, вообще уже темно, пойдем готовиться ко сну. Так, сейчас оденем пижамку, пойдем зубки чистить и умываться. Так, умываемся. Так, теперь зубы. Чистим. Так, уже сказку расскажешь. Сказку? Ну тебе какую? Про курочку-рябу или про колобочек? Курочка-колобочек. Так, мама, не надо сказки. Ты иди, а я буду спать. Я сама тут буду себе рассказывать сказки. Что, прям без сказки заснешь? Да-да, иди. Я спать хочу. Мне стоит рассказать сказку. Ну ладно, спокойной ночи. Амелька, ты спишь? Амелька, ты где? Эй, Амелька, ты где? Амелька, эй, Амель, а ты что там делаешь? Эй, а я не поняла, а ты что тут делаешь? А как же диета, сладости твои, вон, бублики, палочки? Какую диету? Я хочу нормальную еду, и дай мне прямо сейчас пюрешку. Так, а может тебе еще овсянку и борщика? Да, да все неси. Овсянку, пюре, курочку, борщ, сосиску, огурец, все. И никаких конфет. Ну правильно, так бы и сразу. Я же тебе говорила, что на одних сладостях и печеньках ты не продержишься. Мам, тебе я знаю, что нужно всегда есть полезную еду, а только конфетку к чаю. Ну да, конфетку можно одну, с чаем. Лучше фрукты кушать. Давай же пюре и борщ неси. Ой, какая походка, на улице дождик идет. На лужи можно попрыгать. Но сейчас я не поиграю. Пикник не съели. Мам! Чего? Кажется, я заболела. Чего ты это взяла? Ну, я кашляю. Амель, если ты там два раза кашлянула, это не означает, что ты заболела. Что, правда? Ну, конечно, так что можете и дальше играть. Ну, ладно. Ну что, кролики, пойдем сейчас на прогулку. Так, сейчас будем делать хоровод. Мам сказала, что два раза кашлянуть это не страшно. Это что, три раза получается? Наверное, я точно заболела. Нужно почитать в интернете, какая у меня болезнь. Так, планшет, я три раза покашляла. Что это болезнь? Так, нашла. Что тут написано? Ага, вот что. Ого, я точно заболела. Вы можете заразиться от этой болезни. Так, кролики, пошлите все вместе руки мыть. Пошли. Все. Нужно хорошо помыть, чтобы бактерий не было на лапках моих. И вам кролики сейчас помою, только домыли вот. Вот.
что тут дальше про эту болезнь написано? Это еще страшнее. Мам, у меня беда. Что случилось? Я точно заболела. Я только что все в интернете прочитала. И что там пишут? Я и кашляю, и чихаю. А, ну это, наверное, просто простудилась. Нет, я прочитала, что это страшная болезнь. Да какая еще страшная болезнь? Это просто простуда. Попьешь чаек с малинкой, полежишь в постельный режим, и все пройдет. Что, правда? Ну, конечно, теплого молочка с медом, как ты любишь. О, теплое молочко я люблю. Ну, пойдем, я тебе погрею молочка с медом. Да, буду запивать мед молочко. Да. Не переживай, попьешь теплого молочка, и все пройдет. Ладно, я жду. А что тут еще написано? Так, нужно помыть еще раз руки. Так, Амелька, вот твое молочко, тепленькое, чтоб горлышко не болело. Спасибо. И что, я больше кашлять не буду, а медик? А медик я уже добавила в молочко. Если будешь пить молочко с медом и чай с малиной, то кашлять больше не будешь. Ладно, буду пить молочко. Если что, я буду в своей комнате, ладно? Опять кашель? Я же молоко выпила. Нужно почитать, что пишет еще в интернете. Тут написано, поднимется температура, нужно делать уколы. А вот это классно. Я знаю, что нужно делать. Так, я точно инфекцию не подцеплю. Нужно еще темненько одеться, чтобы еще не заразиться. Теперь можно играть. О, я вспомнила, вы были, когда я кашляла. Значит, вы тоже заразные. Подождите, крольчата. О, другое дело, теперь можно играть. Ну все, давайте играть. Ой, что-то пить захотелось. Пойду водички налью в стаканчик. Какая холодная! Нужно чапнуть купить. Опять руки придется мыть. Спокойно. Руки ведь грязные. А их руками держала. Опять руки мыть. Я устала мыть руки все время. Там болячки всякие. Ну не это зараза. Амелька, ну что, ну как твоя болячка? Перестала кашлять? Эй, а что это у тебя? Так что, ботинок и маска. А зачем это тебе? Чтобы еще раз не заболеть. А то если кашля, а потом еще чихала, кашля. Амель, ну кашель, это ведь не так страшно. Ты это почитала, что уколы буду делать? Ну, уколы это когда уже совсем все серьезно. А если покашляла, то можно просто выпить сироп от кашля. Сладенький. Что, сироп и все? Ну да, специальный сироп от кашля. А я тут ходила, руки мыла. 5 раз, то и 10. Еще в бахилы ходила. А вот и маску, я не могла ей дышать вообще. Ну, руки мыть тоже нужно. Всегда перед едой, поняла? Да, мам, давай же неси свой сироп от кашля. Хочется поскорее быть здоровой. И лежать, играть. Ага, получается.
О, Амелька, а чем мы сегодня будем с тобой заниматься? Мам, ну я не знаю. Амель, а ты позавтракала уже? Да не, не голодная. Как не голодная? Ты ведь только проснулась, нужно позавтракать. Мам, я не буду, я занята. Я тут подумала, может мы с тобой сегодня порисуем вместе? Да, отличная идея, можешь порисовать. Что значит порисовать? Я с тобой разговариваю, ты меня вообще слышишь? Слышу, слышу, это туда, это сюда, это сюда, это туда. О, получилось. Амелия, что ты там делаешь? Солнышко теперь надо. А, ты в игры играешь? Да, мама, это такая классная игра. Можно еще чуть-чуть поиграю? А это вот сюда вот котик надо. Теперь ты попробуй. Это вот сюда. Амелия, может хватит играть? Я так поняла, ты все утро уже играешь и играешь, играешь и играешь. Нет, не хватит, я буду еще играть. Нет, да. Хватит уже играть в игры. Я сейчас принесу букварь, будем читать книжки. Не поняла? Хочу, не хочу. Убрала мою игру. Хорошо, что котика не забрала. Тоже мне. Игроман. Ага, вот и букварик. Сейчас будем читать. Нужно продолжить играть. Давай, давай, давай. Нужно нажать. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, Амелия, я букварь нашла. Давай, идем за стол, читать будем. Эй, а ты где? О, опять играешь? Да, у меня тут такая классная игра, ты не понимаешь. Все, я понимаю, давай читай, положи игру. Мам, не хочу букварь. Я вечером почитаю, обещаю. Ладно, букварь вечером почитаешь, я запомнила. Давай, может, тогда бусинок браслеты поделаем? Ага, бусинки, браслеты, да-да. Ну, отлично. Сейчас тогда принесу бусинки. А ты придумала, что мы из бусинок будем делать бусы или, может, браслет? Какие бусинки? Какой браслет? Как какие? Мы же только что говорили, что будем делать из бусинок браслеты или бусы. Чего? Я ничего не помню. Какие бусинки такие? Какие? Так, Амелия, опять ты играешь? И меня вообще не слышишь. Больше никаких игр, поняла? И вообще наказано, иди на второй этаж. Ну вот тут можно спокойно поиграть. Что она там давно сидит? Тихо так. Пойду спрошу, может она уже все-таки передумала и будет играть со мной? Амелька, ну что ты там уже отдохнула от своих игр? Я подумала, может мы вместе поиграем? Ты опять играешь? Да сколько можно? Мне папа долго разрешил поиграть. Амель, тебе что, интереснее играть в игры, чем со мной? Ну там такая интересная игра. А может мы с тобой в кино сходим на какой-то мультфильм? И может потом на детскую площадку зайдем? В магазин игрушек, игрушки купим? Не хочу я, хочу играть, отдай телефон. Ах так, ну держи. Попросишь ты у меня что-то. Все играют, я тоже буду играть. Сейчас проверим, как быстро она ко мне придет и начнет что-то просить. Магазин играть, хочу к маме. Мам, ты предлагала в кино сходить. Что? В кино? Не, не пойду в кино. Ну ты же сказала, там классный мультик идет, давай сходим. Да нет, у меня тут игра классная, не хочу. Алима! А так хотелось. А, давай, идем. Можно уже поиграть, можно уже поиграть. О, лоб! Можно маму попросить, чтобы она мне помогла открыть это? Я, наверное, сама не справлюсь. Еще нужно ванну принять. Мама, смотри, что я нашла, будем открывать. Что там у тебя? Не могу отвлечься. Лу, смотри, какой классный. Давай откроем. Еще ванну приберем. А, лол, не, не хочу. Я тут играю, не могу. Хочешь? Ну ладно, Нужно маму как-то отвлечь. О, я сейчас попрошу маму сделать обед, и она мне точно не откажет. Но всегда мне делать обед сама. Давай, говори быстрее, я занята, не успеваю тут. Мам, я кушать хочу, дай мне пюрешки. Что, кушать? А, так там кушать в холодильнике возьми, покушай. Мам, может, ты мне на
А я вдруг молочко вылью и перегрею. Я не могу, я играю. Как раз самое интересное начинается. Что ж такое? Я не понимаю. Она играет и играет, играет и играет. О, я поняла. Ну что тебе? Мам, я поняла. Что ты поняла? Я не буду больше играть и играть, играть и играть. А когда ты будешь просить этой планшетки, тогда я буду всегда тебя отдавать. Ну наконец-то ты это поняла. Лучше играть вместе. Да, теперь будем вместе играть. Ладно, пойдем, я тебя покормлю и будем вместе играть. Ладно, стол откроем. Стол откроем. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Чтобы не пропустить новое видео, жмите на колокольчик. Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк.